Вот в наших Лошаковицах ходит такой старый поезд. Старый-старый еще, с такими колесами. Он ходит из Лешна в Вольштин с огромными колесами. Не знаю, какого года выпуска он, наверное, еще 1900 какого-то или 800. Он лучше выглядит, чем многие современные. Такой красивый, чистенький. И он работает на угле. Это паровоз именно, на пару. Уголь топит. Вон уголь там, это вверху видно. Вот уголь. Работает, нагревает воду и пар делает механические действия. А вон вода течет снизу. Класс. Старый-старый. Два вагона старых. И ездит. Я так понял, там уголь засыпают, и он постепенно, не надо уже, кочегар не нужен, чтобы кидать уголь в топку. Уголь потихонечку сам опускается и сжигается. А здесь вот это котел большой, это вода нагревается. И она своим паром дает вращательное движение. Отсюда выходит пар. Все, сейчас он будет выезжать. Класс. Газу. Вот наш поезд идет уже современный. Давай, поедь уже. Это наш современный, он уже дизельный. Вот такой вот современный поезд. Два вагончика всего лишь.